Приветствую вас, друзья и зрители! Сегодня, как и обещал, я покажу вам, как сделать C4. Ну и попутно сделаем еще клеймор и фугас. Так вот, для C4 нам понадобится 3 сырых взрывчатых вещества и 2 скотча. И у нас получается C4. C4 готов. Теперь, что же нужно для того, чтобы получить один клеймор? Для клеймора нужны 2 сырые взрывчатые штучки плюс 4 проволоки. Итак, сырое вещество у нас есть. Так, 1, 2. У меня нет проволоки, да? А, нет, у меня проволока есть, но у меня ее всего лишь 2. Что же делать? А у нас есть металл, точнее металлолом. Ага, у меня нет места, куда его запихнуть. Ладно, выкинем на пару секунд. Берем металлолом, засовываем его в меню крафта. Выбираем самую обыкновенную пилу, добавляем в инструменты, и мы получаем проволоку. Из одного металлолома мы получили 2 проволоки. Итак, возвращаем обратно. Теперь у нас есть как раз 4 проволоки. Ой, стойте, не 4. Вот, теперь у нас как раз 4 проволоки. И теперь мы берем в меню крафта, засовываем 4 проволоки и 2 сырых взрывчатых вещества и получаем клеймор. У нас есть клеймор. Также можно сделать фугас. Для фугаса нам понадобится еще 2 сырых взрывчатых вещества и 1 консервная банка. Так, консервных банок у меня тоже нет, насколько я вижу. Жаль, придется сделать. Но для этого давайте мы от чего-то избавимся, то у нас много разного лута. Итак, что нам нужно для консервной банки? Для консервной банки нам понадобится 2 металлолома и молоток. Молоток мы ставим в инструменты, металлолом мы ставим сюда. И получаем 1 консервную банку. Итак, консервная банка есть. Взрывчатые вещества есть. Теперь в меню крафта мы берем 2 взрывчатых вещества и консервную банку. И получаем 1 фугас. Скрафтили? Что ж, давайте теперь посмотрим, как это все работает. Мы отправились в город. И, собственно, теперь я здесь и хочу продемонстрировать все, как это работает. Давайте мы привлечем внимание зомби и установим C4. Замечательно. Это был C4. Странно, что наши зомби какие-то глуховатые и совершенно не слышат взрыва. Должны были сбежаться. Ну ладно, давайте еще одного потревожим. Эй, иди сюда. Нет? Не хочешь? О, захотел. Вот так вот у нас работает клеймор. И, кстати, видите, видите, как сразу начали сбегаться оттуда зомби? Теперь, наконец-то, они услышали. Давайте теперь, что ли... Нет, надо убежать немножко. Я хочу подальше установить. И вот так. Бум! Шоколада. Вот так вот работают наши взрывчатки, которые можно сделать таким нехитрым способом. Что ж, дорогие друзья, на этом я закончу данный урок. И в следующем видео я вам расскажу уже, как сделать другие, не менее продвинутые ловушки, а также как сделать тактический фонарик и из чего можно получить фляжку. Ну все, всем пока-пока, до скорых встреч.